slowly with feeling, especially when I'm dancing with you. It gives me time to kiss you slowly with feeling and whisper, I adore you, I do. With your arms around me and you so near, I guess I'll spend the rest of my life right here. I love to hear a song played slowly with feeling, especially when I'm dancing with you. Stormy or fair,
for what will I care if I'm close by your side? Рученька специализировался на ломе мобильных телефонов. Он работал с бандерлогами, движением Че, остальными крысами и даже, говорят, с помпезными мертвецами. Я знаю лишь то, что он мой друг. И сейчас откроет гребаную дверь. «Вы к Петровичу? Так он того! На прошлой неделе...» Синтезатор имитировал голос престарелой супруги-ветерана, ударницы третьей пятилетки Марфы Агасферовны. Не грузить, семена и легенды он сам придумывает. «Мох, кончай дурить! Дело есть!» Дверь растаяла, обнажив свою истинную наносущность. «Ползи!» Я шагнул за порог и оказался в полутемном коридоре, который упирался в туалет. За моей спиной боты вновь сплели титано-кевларовую преграду. 10:56. Пожимаю протянутую руку. «Че тебе?» Кракер, мускулистый, невероятно красивый сегодня, эльф с белой гривой, собранных в пучок волос и заостренными ушами, едва ли не упирался головой в потолок. Только лука с колчаном стрел не хватает. Рученька был одет во все черное. Вырядился. Сам такой. Мы переместились в комнату. Продолжение и окончание рассказа Андрея Павлухина «Теледрайв» в следующей части модели для сборки на радио «Энерджи». Вы слушаете модель для сборки на радио «Энерджи». Андрей Павлухин. «Теледрайв». Продолжение и окончание. Вас, конечно, удивляет, что я не попал к другу обычным путем. Объяснение простое. Кракер заблокировал на своей трубе функцию перекачки. Назовите это странностью, если угодно. Мохнатая рученька путешествует только классическими способами. Если ему надо в Африку, он садится в самолет. К орбитальным поселениям его доставит шаттл или космический лифт, но никак не волновой пакет. Однако, мой друг вечен, как и 75% населения Земли. «Редкостный образчик мозгового кала!» Я свернул виджеев и запихнул их на периферию зрения. «Наслышан о твоей разборке с Неверином!» Рученька опустился в кресло-вертушку. «Сеть кипит!» «Я поэтому и пришел. Ты хочешь раскурочить его пароль?» Он не спрашивал, утверждал. «Нет, качаю головой, не совсем. Ты пробьешь все контакты, записанные в памяти его трубы». Память зашита семизначным кодом. Ты получишь долю составок. Глаза Кракера округлились. Серьезно? Вполне. Это схватка на принцип, а не на деньги. Эльфийское лицо расплылось в улыбке. Стол выдвинул плоский 19-дюймовый монитор, сенсорную клавиатуру и перчатки. Поначалу мы пользовались дуэльными пистолетами. Вы все видели эти пушки, они реагируют на ДНК определенного человека или группы людей. Таким образом, случайные прохожие остаются в безопасности. При наведении на незаданную мишень механизм заклинивает. Вероятность случайного убийства ничтожна. Идеал для новичков. Очень скоро мы освоились. Запомните, профессионалы вооружены интерактивными стволами с дорогими нанодвижковыми пулями на ментальном контроле. Я предпочитаю ножи и вживленные шипы. Stable door, a chair.
child in a manger they found, with gifts made of gold and the ground. And so gifts made of gold and the ground.